Из больничной палаты на боевое дежурство. Омские пожарные, пострадавшие при взрыве газа на левобережье, наконец заступили в караул. Омская область в десятке лидеров по темпам капитального ремонта. Возрастет ли в этом году платеж? И как в фонде капремонта комментируют претензии прокуратуры и объясняют неиспользованные миллиарды на счете регионального оператора? Эпидемия спорту не помеха. Шансы подцепить инфекции в омских оздоровительных комплексах свели к нулю. Вода в бассейне отвечает всем необходимым санитарным нормам, полностью безопасна. Для чего воду в бассейне облучают ультрафиолетом и почему в очистке участвуют не только люди, но и роботы? И тот еще вечер на двенашке, острые злободневные твои. Здесь нет запретных тем и неудобных мнений. Готовы ли вы платить, вот если знаете, что 100% через месяц, через два, через три в городе ситуация улучшится? Стать экспертом и предложить свой вариант решения городских проблем может любой телезритель.